Hey guys, с вами Лиза Найс. И с Камелеоном, всем вассап. И это мой парень, добро пожаловать в семью, ребят. Это моя девушка, добро пожаловать в семью, ребят. И сегодня у нас будет обмен подарками по цветам с моим парнем. Короче, у нас будет 5 цветов. Красный, зеленый, синий. Красный, зеленый, синий, черный и белый цвета. И у нас у каждого будет по $150, чтобы выбрать подарок. Подписывайтесь на канал, ставьте. Короче, прямо сейчас мы поедем в Лавину, обменяем денежку и будем выбирать подарочки друг другу. Ты готов? Я готов. А сколько нам дается времени? Давай где-то час. Я думаю, этого будет достаточно. Ну почему не час? Почему где-то? Давай час. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас лучший оператор сегодня. И погнали? Поехали. Погнали. Ребята, мы наконец-то приехали в торговый центр. И знаете, что у нас есть? Наши $300. This thing is 300 bucks. Я бы их тут не показывал, прячь их отсюда. Да, потому что очень страшно, потому что их можно просто-напросто потерять, и у нас у каждого будет по $150, чтобы купить подарок. Я предлагаю пойти обменять денежку, разделяться и покупать подарки. Мне кажется, я куплю тебе очень крутые подарки, и типа в этом челлендже я выиграю. Ну, типа, у меня будет круче подарок. А зрители будут решать в комментариях. Да, кстати, ребята, досмотрите видео до конца и потом скажите, напишите, чьи подарки вам понравились больше всего. И обязательно подписывайтесь на канал, а мы погнали. Поехали. Погнали. Короче, ребята, у нас есть по 4000. Я немного еще добавила своих денежек. И я думаю, этого будет достаточно, чтобы купить 5 подарков. Ты что думаешь? Я не знаю. Я дебил, ребята. На самом деле у нас есть 4000 гривен. Мне кажется, этого с головой хватит, чтобы купить. Скорее всего, я куплю что-то прям дорогое. Что-то чуть дешевле и что-то прям дешевое-дешевое. В общем, очень интересно, ребята, смотрите это видео до конца и... Становись ты уже, Миша, мне страшно, как ты идешь. Я купил погнали! Погнали! Короче, все, мы взяли камеры. Я тебя снимал. А я тебя мы снимала. Мы взяли свои камеры, и мы уже разбегаемся. Пока. Да. А Миша все, со мной пока, пойдет. Пока. Что... слушай, я знаю, что предлагаю сделать лимит по времени 1 час. Что думаешь? Блин, ну давай. Все, погнали, давай, встретимся. Так, что я хочу вам сказать. Я не имею понятия, что в принципе Леону можно подарить, а еще тут очень сильный звук. Поэтому первое, куда мы пойдем, ребята, с вами, это в будинок игрушек. Так, у нас есть красный, зеленый, синий, черный, белый. Надо бы запомнить. Так, смотрите, из зеленого тут есть черепашки-ниндзя. Вот, что я думаю. Я бы на самом деле взяла какую-нибудь игрушку, потому что это было бы... Господи, господи, Том и Джерри, Том и Джерри. Так, красный, зеленый, синий. Я предлагаю тогда еще походить по магазину игрушек, потому что я хочу что-то здесь взять, потому что я уверена, тут есть что-то интересное, но я не имею понятия, что взять. Короче, ребят, чтобы вы понимали, нас устроили охоту все охранники Лавины. И где я не прохожу, все на меня сразу палят, и я буду подключаться вам в моментиках. Вот, еще нам не разрешили снимать в Цитрусе, поэтому я вам ставлю дизреспект. И мы просто пойдем в Комфи. Это не реклама, но в Комфи нам всегда все разрешали снимать, и там классно. Вот, я хочу взять Лизе коврик, но сейчас мы пойдем в шоп, посмотрим там всякую дребедень веселую, которую можно купить. Ты помнишь цвета, кстати? Я помню черный, белый, зеленый, красный, по-моему, синий. Зеленый, синий, черный, белый. А еще я уже потратил минут 5 на просто то, что мы ходили и нас выгоняли. Ай, красный. Такая вот история. Короче, ребят, я не знаю, что купить. Мне сейчас Миша будет помогать, что я немножко туплю. Я немножко в прострации. Тут много всего всякого красивого, но я не могу выбрать конкретно, что я хочу. Ну как бы это не нарушение правил. Короче, мы берем... Смотрите, попахивает нарушением правил, но... Опа! И у нас получился зеленый цвет. Как бы можно брать? Берем его. Короче, я предлагаю начинать, потому что сейчас самое интересное. Сейчас мы будем дарить друг другу подарки. Давай так. По очереди? Да. Ну и за факт, кто начинает? Давай. UEFA. Мне было очень сложно найти что-то красное. Где ты нашла магазин Idea Shop? Оу! Вау! И кое-что еще на красный цвет, но оно как бы вроде красный. Это игра 18+, правда или действие? А вам что, есть 18 лет? Лиз, есть 18 лет? Нет. Но... Ну Леон есть 18 лет, поэтому будет играть. Я больше не нашла ничего красного. Тебе нравится? Оцени от 1 до 10. Дэнс не нравится. А эта штука тебе не нравится? Эта штука для взрослых какая. Я не сильно
искал красный цвет, точнее вспомнил про него в самый последний момент. Поэтому я взял два супербокса, они красные. Но снизу ничего, внутри может быть ничего красного. Хорошо, но это считается. Да, но тогда как-то я раз... открываю. Я открываю? Подожди, как-то раз мы взяли супербокс, и там попалось говно. Ой-ой-ой, давай я буду открывать. О, Лиза! Мне интересно, что там. Это чехол. Обалдеть, это же кошелечек для бизнес-вумен из Москвы. Вот это круто. Вау, ну вот эта вот штука очень прикольная. Штука прикольная. И она красная, поэтому ты справился с задачей. Офигеть. А дай я посмотрю, там еще что-то. Там еще что-то. Что? Это пенал? Это можно убрать. Это пенал? Ну, вот слушай, мне нравится, мне нравится. Мне очень нравится стаканчик. Первое, что я вижу, слушай, это... ну стой, подожди, с этим боксом мы окупились. Расческа! Ура, у Лизы есть расческа! Слушай, это неплохо, я это бы так сказала, круто. Это неплохо. А мы когда взяли, мне попалась конченная кружка с оленем. Что это? Это какая-то посторонняя уже, это губки какие-то, чехольчик губки. О боги, это маски эти вонючие. Нет, они не вонючие, покажи. Они классные. Короче, это маски, для... да, они прикольные. Короче, маски, ты их одеваешь перед сном, и они тебе согревают глазки, и тебе приятно. Ты сколько от 1 до 10 оцениваешь? Общий, просто красный. Ну я ставлю семерочку. Я ставлю, ну тоже где-то семерочку, оно тебе... Ага, у меня все МММС. Ты любишь МММС? Люблю. Они с карамелью. Да я шучу. Все, ладно. Так, ребята, я кое-что нашла. Тут есть у нас зелененькие вот такие вот человечки и синенький Стив. Поэтому я думаю, в принципе, по идее, я могу подарить или Стива, или этого чувачка. Но я еще смотрю плюшевые игрушки. Вдруг тут что-то будет еще интересное. Ну там слишком миленькие игрушки. Поэтому я думаю, мы сойдемся на чем-то из этого. Короче, пока что я просто похожу по магазинам, посмотрю, что где есть, потому что я в душе не понимаю, в принципе, где и что можно найти. Я реально думала, это будет намного легче. Но так я буду вам все снимать. Я взял вот такую вот Стича офигенную. У нас, Лиза, есть локальный мем, связанный со Стичем, который какой? Никто не узнает. Вот, но ей, я думаю, будет очень приятно. Это реально прикольные подарочки. А мы идем дальше, и нам надо зайти в комфи, зайти в Минисо и зайти еще куда, я говорю, в море, пошли в море. Мы взяли увлажнитель воздуха, потому что у Лизы периодически проблемы с дыханием. Вот, я думаю, он ей поможет. Следующий цвет, зеленый. Ой-ой-ой, я забыл. Я первый зеленый. Ну ничего, Лео, ничего, у тебя другие классные подарки, тихо. Лео, готов? Да. Первое. Давай. Я решила купить себе свечки в виде кактус. Ну, милый, Лео. Спасибо. Ладно. И светильник в виде кактус. Вот это годная тема, скажи, Лео. Я про это говорил, что это очень круто. Так оно еще и на проводе. Вот это круто. Нет, тебе не нравится. Нет, оно прикольно, Лиза, оно для фона офигенно будет. Он выдавливает из себя. Не выдавливай! Оно для фона офигенно будет. Вот эти кактусы смешные, а вот этот крутой. Опа! Он офигенный! Он как Владик. Он офигенный! Он как Тархунчик. Мы назовем его... Владик. Тебе нравится? Да, он мне нравится. Это Сюзан. Хорошо, от 1 до 10 зеленый. Динозавра оставлю 10. А, ну... От зеленой просто. Девяточка. Что это? У нас как-то была ситуация, как Лиза меня уговаривала, чтобы я ей купила эту штуку. Помнишь? Помню. Лиза, тебе нравится? Да, я ставлю 10 из 10. Ой, это мой. Нет, он милый, он реально милый. Я ставлю 10 из 10. Короче, мы с Леоном пересеклись в очень прикольном магазинчике. Это вообще не реклама, просто хочу сказать, что тут офигенные, типа, прикольные штучки, вещи, игрушки, в принципе. И я хочу здесь что-нибудь посмотреть. Я уже вижу синие игрушки. Это такой вот хит. Но я бы хотела найти акулу, потому что большую акулу свою я покупала именно здесь. И я бы взяла, наверное, может быть, даже такую же. Не знаю. Оплати 498 гривен. Карта наличная. Наличная. Хорошо. Короче, я купил 4 товара. У меня еще нет никакого черного. Есть 2 белых. Синий, зеленый. Еще надо синий, еще надо красный и черный. Тем временем, сколько я потратил, сколько у меня осталось? Раз, два, 2500. А, так еще живем. Сколько, 2500? 2500, почти 100 баксов. Я потратил по факту только $50. Следующий цвет, да, у нас синий. А, у меня башка чешется. Синий цвет. Лиза. Лео, синий цвет.
Ребят, на самом деле мы мыслим практически одинаково и... Я буду розовые части его носить. Почему? Потому что розовые части он добряк и цвет красивее. Хорошо, я тоже розовые части буду носить. Он тоже добряк. Нет, у тебя зеленый красивый. Короче, ребят, я пришла в сельпо, и я думаю, вы знаете, что здесь есть вот такие вот прикольные стенды, всякой всячиной, интересной и реально прикольной. И я уже несколько штучек себе взяла, и мне осталось... И смотрите, какие цвета у меня есть. У меня есть зеленый, у меня есть белый, черный, остался синий и красный. Я сейчас хочу, возможно, пойти в магазины одежды посмотреть, но мы еще не зашли в шоп, поэтому, ребята, я думаю, мы сегодня все с вами соберем. Короче, ребят, я в шопе, я вижу вон там вот что-то синее. Мне нужен красный и синий еще, и, в принципе, все. Ребят, он очень милый, я очень сильно хочу его купить Леону, честно говорю. В общем, я уже купила 4 подарка, нет, 5 подарков, и 2 из них на один цвет. Мне остался красный, но я хочу, я... Ну, в общем, у меня осталось еще достаточно много денег, поэтому я хочу что-нибудь еще прикольненького понакупать на эти цвета и посмотреть потом на реакцию Леона, когда мы будем вытаскивать по одной игрушке, допустим, по одному подарку, допустим, красного цвета, я вытащу сразу там несколько их. Мы будем брать вот этого вупсеня, потому что там женщина сказала, он похож на пьяного. Еще взяли стаканчик и 2 сюрприз-бокса. И я еще думаю, что можно взять, потому что Лиза скоро приезжает, и я хочу к приезду ей помочь купить всякие штуки. Черный. Давай. О, минус мои зубы. Спасибо. Пожалуйста. Подожди, а синий разве был уже? Да. А Лео, не было синего? Был еще? Синий. А что ты не давал ничего синего, Лео? В смысле? Ты ж не дал то, что мы купили синее. Да, не дал. Что мы купили синее? Ты что, забыл? Подсказка, синий мини... был, мини... подожди. Только что синий был, а тебе синего этого чувака подарил. А я тебе ничего не подарил. Что вы так запутались, ребята? Давай, Лео, синий. Это... Он гораздо круче, чем та игрушка. Короче, у них есть уже такая акула, теперь будет... Давай, вот чтоб он тебе пальцы прищинил. Попробуй, чтобы дай ему палец съесть. Не-не-не, ну нормально, засунь палец. Больно? Не, не больно, он просто хватает нормально. Не, ты! Ну давай, давай, давай честно. Ну... Нам продали поломанного стиля. Не, так бывает же, с акулой тоже так было. Блин, он очень круто выглядит. Я его просто поставлю к себе в комнату. А! Нам поломанного... А тот, который стоял на кассе, он работал. Он тогда мне так палец хватанул. Зато он не кусается. Да. Короче, я была в H&M, и мне понравилась эта корзиночка, она будет очень удобная. Ой, кстати, да, корзинка классная. Можно я покажу вам самое дорогое, что я за сегодня купила? Давай. Я не думала, что это будет такое дорогое. Это кофе. Вот я не понял, зачем только. Лиза, скажи, озвучивай цену, пожалуйста. Зачем? Кофе с шоколадом. Лиза, озвучивай цену. Ты ж любишь кофе. Оно отвратительное будет, я не люблю такое кофе. Лиза, озвучи цену, пожалуйста, чтоб Лём предофигел. 600 гривен. Я не пью такое кофе обычно. Ну что ты обижаешься? Я не обижаюсь. О, прикол Дэс. Вот это прикол, я буду в роликах. Чего она квадратная? Потому что так надо. Ну за эту штуку это перебивает, это кофе вонючий. Я ставлю 10, хорошо. О, теперь ты мне давай что-то черное. Лео, черный. А ты мне дашь что-то такое? Не, нет стакана вообще. Барни. Блин, Лёна через стакан, как у меня. Это самый дорогой подарок. Вот мне интересно, что это? Ну, открой. Это офигенно, Лиза. Это лучше, чем что-либо сегодня из подарков. Да, я просто покажу тебе на примере. Это я советовал. Дай. Ты поняла, что это, Лиза? Окей, let's go. Окей, let's go. Окей, лего. 10 из 10. А Лео говорил, что не понравится. Окей, лего. Все, ребята, это кайф. Погнали дальше. У нас остается последний цвет. Это ж... Все, у меня последняя штучка. У меня осталось 1500. Мне бабушка дала газету. У Лизы остался косарь, я с ней созвонился. Она сказала, что она покупает последнюю вещь, и она свободна. А я такой, ну что, идем в банк. Сейчас я покупаю что-то за 1500 штуки, и
Иду ва-банк. Как по мне, очень странно, что у него 5 пакетов. 5. Что он набрал? Мне реально очень интересно. Я сейчас иду в H&M. Возможно, я что-нибудь интересное найду в H&M Home. И дальше я иду в Nike, потому что мне надо купить носки. Ребята, тут куча всего очень красивого и интересного. Тут свечи. Тут просто полотенечки, но они тоже выглядят очень красиво. Честно, я бы взяла даже вот такой вот просто огромный цветок, но думаю, зачем? И мне кажется, он не продается, честно. Самое забавное, я помню, что ты хотела себе такого чубрика. Окей, let's go. Фу, как будто пришел на день рождения к богатым детям, вот реально такое ощущение. Мы начнем с такой штучки. Я видела, я смотрела в Мору на эту штуку и думаю... Это не Мору. Какая разница? Ладно, давайте дальше. Идем дальше. Пьяный кот. Это пьяный кот, сказала женщина. Почему он пьяный? Пополняем коллекцию, потому что ты скоро переезжаешь, и тебе нужен декор. 10 из 10. Это еще не все. Это чтобы тебе дышалось ночью хорошо. Прикольно. Оно еще колор меняет? Color. Color. Нифига себе, байда. Ты видел вообще, какая она большая? Это тебе тоже для переезда, чтобы ты наконец-то ушла из своей комнаты. Вот эта штучка забивается в... Кому я рассказываю? На самом деле, мне все очень сильно нравится. Мне аж качешься. Не, на самом деле, реально, это все приятно, прикольно, классно. Мне, честно, скажите честно, что мне больше всего понравилось. Да. Возможно. Вот эта штука. Я в хорошем смысле. То есть я так старалась. Мне стоило зайти просто в H&M купить какую-то херню. Мне очень нравится. Не, на самом деле, вот без рофлов, вот эта офигенная штука, это у меня пойдет на YouTube. Да не, прикольно тут все такое. Не, реально классно. А динозавр! А я забыл про него. А вот я бы сказал, что динозавр самый крутой, потому что когда я его только увидел, я офигел сразу и все. Мне другие подарки не интересовали. Все? То есть... Хотела выпендриться. Богатый ребенок продолжил. Богатый ребенок настолько богатый, но не смог позволить себе деньги на батарейки. Зажми. Внимание! То есть ты хочешь сказать, что тебе вот эта вот штучка понравилась, а все остальное не понравилось? Лиза, ты где тут эхо? Знаете, на самом деле нам настолько глубоко насрать на эти подарки, на самом деле. Потому просто... что мы сегодня вот решили по фану, типа, давай его. Главное вот, это любовь. Выделяем сумму, да, и вот погнали. Нам вот это все по факту. Вот только микрофон нужен. Может, только мне отдадите тогда все это? А, нет. Ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всех очень сильно любим, обожаем, всем пока. Да, Бигбокс попробуй.